Дорогие друзья, сегодня мы провели турнир по мини-футболу, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации. Ну, как вы знаете, конец августа – это время перемен. Да? В конце августа Кыргызстан празднует День независимости республики. Но во все времена, я хочу сказать, то, что во все времена остается неизменным одно. Да? Это спортивный дух, командный дух. Поэтому мы благодарим вас за участие и хотим наградить, да, победителей. Ha ha ha.